Вы смотрите видео об отеле Kalala Palace. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Kalala Palace расположен в стране Испания в регионе Коста дель Маресме и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. 65 километров от аэропорта Барселона, 35 километров от аэропорта Жирона, 350 метров от центра Калелья, 600 метров от железнодорожной станции, 400 метров от автобусной остановки. Недалеко от отеля H, Topo Olympic 3 звезды. Отель расположен в городе Калея на побережье Коста Маресме, провинция Барселона, в Тихом районе. Отель в 2006 году прошел полную реконструкцию и получил категорию 4 звезды. Современные, уютные номера, доброжелательный и чуткий персонал обеспечат гостям отдых, соответствующий отелю такого класса. 330 стандартных номеров ДБЛ, 7 сингл, 7 фэмили румс, 7 номеров для людей с ограниченными физическими возможностями. На территории отеля имеется 1 ресторан, 3 бара, 2 бассейна, 1 крытый с подогревом для взрослых и детей от 6 лет, 1 открытый. Прачечная, лифты, парковка платна, интернет-кафе платна, Wi-Fi в лобби платна. В номерах есть ТВ-спутниковое телевидение, центральное кондиционирование, сейф платна, душ или ванна, фен, телефон, балкон, детская кровать по запросу бесплатно. Номерной фонд отеля состоит из стандарт румс, 17 квадратных метров, максимум 4 человек, full view rooms, 17 квадратных метров, вид на бассейн, максимум 4 человек, 5 номеров для инвалидов, стандарт рум. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть 3 джакузи на открытой террасе на верхнем этаже, открытый бассейн, закрытый бассейн с подогревом, бесплатно тренажерный зал. Для детей 2 детских бассейна. За дополнительную плату имеется фитнес-центр, сауна, джакузи, бильярд, аренда велосипедов. Для детей есть 1 открытый бассейн, мини-клуб, возраст 4-12 лет. В ресторане детское кресло, детская площадка, городской платья де гарби. На пляже зонтики, шезлонги, матрасы платно. Песчаный. Год постройки гостиницы 1966. Год, когда был сделан последний ремонт, 2006. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.